Всем привет! Итак, сегодня, как и обещал, проведу розыгрыш призов от магазина Рыбалкино. Напоминаю условия. Это быть подписчиком группы магазина Рыбалкино, сделать репост и быть подписанным на мой канал на YouTube. Страница не фейковая, само собой, и тоже немаловажное условие. Забрать приз можно будет только одним способом – самовывозом из магазина Рыбалкино. По адресу город Уфа, улица Пархоменко, 97. Отправки почты и подобного нет, к сожалению. Так, приступим. Начать, я думаю, с плетенки. Первые 10 призов. Итак, вот наш список победителей. Это Вадим Василевский, Павел Курочкин, Александр Соловьев, Евгений Кондаков, Вадим Филиппов, Айрат Садаев, Павел Чистяков, Ренат Асадулин, Александр Самойленко, Ильгиз Багудинов. Ну что ж, им мы всем напишем обязательно. Второй приз – это 3 японских вобера. В зависимости от предпочтений, это будут либо чабики джакаловские, либо вобера от компании Duo, более крупные, на щуку и другую крупную рыбу. Победителей у нас будет в этой номинации 3 человека. Толик Викторов, Артём Жарков и Руслан Гарипов. Эту страницу не закрываем. И мы тоже обязательно напишем. И главный приз – это спиннинг от компании Nord Stream. Ультралайтовый Nord Stream аэратор. Здесь у нас будет только один победитель. Ну, поехали. Семен Проскуряков. Ну, Семен, тебе чертовски повезло. Честно, не ожидал. Не судьба тебе быть федерастом, видимо. Ну что ж, такие итоги. Я думаю, все прошло честно. В ближайшие буквально дни, я думаю, может быть, даже в понедельник, завтра анонсирую еще один розыгрыш, так что обязательно следим за результатами, точнее за новостями в группе. Всем спасибо, всем до свидания.